Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе я хотела бы показать, как связать чехольчик для мобильного телефона. Он очень простой в выполнении, связан столбиками без наки. Да, смотрите, очень простой, но довольно-таки оригинальный. Украсила я его разноцветными деревянными стрекозками. Также сделала петельку с пуговичкой для того, чтобы телефон не выскальзывал, то есть не выскакивал. Вот, видите? Можно его также сделать без вот этой петелечки. Будет смотреться гораздо проще. По такому макету можно сделать чехольчик для планшета, либо мини-нетбука. То есть, ну, в принципе, можно сделать для любого электронного приспособления небольшого размера. Итак, кому понравилось, мы начинаем. Итак, для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла остатки Alize Lana Gold Batik зеленого цвета. Также вам понадобится пуговичка, если вы будете делать с пуговичкой, как бы с петелечкой для закрытия, в общем, нашего чехла. Также я взяла в качестве украшения вот таких вот стрекозок замечательных. И крючочек. В качестве инструмента я взяла номер 4. Ножнички и, собственно говоря, сам телефон, для которого будет вязаться чехольчик. Отложив в сторону украшения, мы берем нашу пряжу и крючок, делаем воздушную петельку и набираем цепочку из воздушных петелечек по ширине телефона. Я сейчас буду набирать вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот я набрала 14 петелечек и буду мерить. Вот у меня ширина телефона, плюс нам нужно где-то 2 петелечки. То есть я думаю, что в принципе вот я одну спущу, у меня будет 13 петелечек. Вы померите по ширине своего телефона, то есть вот здесь у вас должно быть плюс 2 петелечки где-то. Ширина телефона плюс 2 петелечки. Теперь, что мы делаем? Смотрите, в третью петелечку подъема нашего телефончика, нашей цепочки, мы делаем 2 столбика без накида. Итак, один столбик, второй столбик. И в каждый столбик, в каждую петелечку делаем столбик без накида. Вот так. В каждую. Делайте так до конца. Придерживаете, чтобы у вас не загиналось. Оно загинаться будет, но придерживайте, чтобы вам было видно и удобно делать столбики. Итак, вот я доделываю последнюю. И в последнюю делайте также 2 столбика без накида. Теперь разворачиваете наше вязание той стороной, где у нас вот как бы обратная сторона этой цепочки. И также делаете в каждую петельку столбик без накида. Как бы делаете такой вот овал, я бы сказала. Вот. Провязываете в каждую петельку тоже столбик без накида. Вот. Я думаю, в принципе, вы это можете сделать и самостоятельно. Я включу камеру, когда закончу ряд. Итак, вот довязали до конца ряда и делаем вот соединительную петельку. Вот так вот. Теперь в каждую свою петельку делаете столбик без накида. То есть делаете петлю подъема и в каждую петельку столбик без накида. В каждую. Этот ряд делаем столбики без накида просто. Я думаю, довяжете ряд самостоятельно и покажу, что делаем дальше. Итак, вот как вы видите, дно для нашего чехла провязано. Вот померяйте, чтобы у вас телефон влазил дном. Ну, то есть вот, чтобы у вас помещался телефон. Сейчас у нас будет набираться высота чехла. Обязательно я вам советую, закрепите вот эту ниточку, которая была у нас в начале петелечек в наборе. Вот, закрепите ее с внутренней стороны, с изнаночной.
Буквально одной воздушной петелечкой вот так вот хорошо закрепите ее. И спрячьте кончик между петелечками. Возможно, это будет не очень удобно этим большим крючком, но можете взять поменьше. Просто как бы закрепить ее, чтобы она у вас не распустила низ чехла. Теперь отрежьте кончик. Вот этот, буквально, чтобы оно не мешало вам и не распустило наш чехол. Теперь смотрите, вы провязываете вот так вот рядочек еще столбиками без накида. Немножечко неудобно, потому что большой крючок, а я затянула эту первую петелечку подъема. Я думаю, вы тоже так ее закрепили. Ну, в общем, продолжаете вязать столбиками без накида, просто в каждую петелечку. И у вас постепенно будет загинаться вязание и таким образом провязываться высота чехла. Провязать высоту чехла вам нужно будет на свое усмотрение. То есть, если у вас телефончик такой, как у меня, вот, не очень как бы такой высокий, скажем так, вот, то провязывайте буквально вот высоту его. Если у вас больше телефончик, провязывайте высоту больше телефона. Ну, то есть, как, провязывайте высоту именно своего телефона, вот, чтобы он закрывал ваш телефон, вот этот чехольчик. Я думаю, так. Либо хотите, провяжите вот буквально на сантиметр ниже, чем окончание вашего телефона. Тогда просто будет петелечка наша, вот так вот, как бы телефончик виден будет, из чехла торчать, так сказать. И когда вы будете набирать высоту, у вас как бы будет вот так вот вязание, вот дно наше будет закругляться, вот так вот чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. И провяжете ту высоту, которую вам нужно. Тогда я вам покажу, что будем делать дальше. Итак, вот как вы видите, я довязала нужную мне высоту. Вот у меня будет с лицевой стороны. И вот это с задней стороны. Я уже вот дошла до края и хочу закрепить ниточку. Вот одну последнюю петельку делаю. Последний столбик и делаю соединительный столбик в соседнюю петельку. Теперь вот этот кончик я обрезаю и прячу вот этот вот оставшийся кончик в серединку. Теперь смотрите, я могу в принципе сделать широкую такую, в общем, бляшечку, так скажем, для нашего, в общем, для нашей пуговички, такую вот перекидочку, так скажем. Но я буду ее делать, в принципе, не вывязанной, а такой, в общем, тоненькой. Мне почему-то кажется, что такой вот тоненькой более оригинально смотрится, чем обычная классическая бляшка. Благодаря тому, что у меня ботик ниточки, видите, у меня получилось такими вот, как бы, слегка узорчиками разноцветными. Смотрите, теперь я беру в двойную ниточку, слаживаю небольшой кусочек ниточки вот так вот. После того, как сложила вдвое ниточку, я делаю воздушную петельку вот так вот из двойной ниточки и делаю несколько воздушных петелек, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, допустим. Я сейчас сделала 12, но я еще хочу померить. Так, вот 12. Нет, еще маловато. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, 20 сейчас померяю, сколько мне хватит. У меня тут большая пуговичка. Я как бы приблизительно, как я меряю. Смотрите, я беру начало и конец нашей цепочки, вот так прикладываю с задней стороны и измеряю. Да, 20, буквально можете еще одну контрольную петельку сделать, для, чтобы прикрепить хорошо 21 петелечку. И вытягиваете ниточку вот так вот, обрезаете. Итак, вот я ниточку оставшуюся убираю, хорошо закрепляю кончики, начало и конец
нашей косички. А теперь, смотрите, уберу сейчас вот этот кончик и покажу вам, как я сделаю окончание, как прикреплю вот эту вот, ну так скажем, петелечку нашу. Вот я спрятала кончик наш, и теперь где-то посерединке приблизительно один кончик проденьте косички нашей, и рядышком где-то второй проденьте. То есть вот посерединочке я продела оба кончика. Вот. Вот так вот где-то. Теперь оба кончика наши завяжите просто на узелок. Я вам показываю такой самый легкий способ, скажем так, чехла, поэтому это также входит в самый легкий способ. Смотрите, здесь теперь кончики вы эти обрезаете и прячете изнутри вот здесь. Вот смотрите, берете крючок, я возьму, наверное, крючочек поменьше немножко объемом, потому что мне не совсем удобно крупным прятать кончики. Вот, сквозь ниточки, вот так вот, с изнаночной стороны, сквозь ниточки, прячете кончики вот эти. Сейчас я вам покажу, как я прячу. Единственное, что немножко туговато идет. Вот, первый и второй вот так вот захватываю, продеваю постепенно. Вот, первый наш проделал, вот, второй. И с другой стороны точно так же. Буквально пару стежочков сделайте таких вот потайных, чтобы немножечко прихватить вот эти кончики, чтобы они так не торчали, как они торчат. Буквально 2-3 раза. Я думаю, будет достаточно. Вот, а оставшиеся кончики вот так вот я обрежу. Здесь еще разочек, наверное, прихвачу, чтобы было более так аккуратненько. Вот так раз. И все. Здесь тоже обрезаю. Теперь вот у меня получился вот такой вот, скажем так, вот такая петелечка. Теперь мне осталось пришить пуговичку и мои украшения. Вот что я сюда придумала. Вот таким вот образом. Я это пришью, и мой чехольчик, как вы видите, готов. Вот телефончик. Вот так вот. Здесь я пришью пуговичку. Одеваете петелечку. Вот так вот на пуговичку. И украшения мои. Вот, все, мой чехольчик готов. Я надеюсь, что у вас получилось еще более красивее, чем у меня. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек, пока-пока!